2020 превзошел себя, и это не о пандемии. Крайне оптимистичным уходящий год считают в Министерстве транспорта. В 2020-м бюджет дорожной сферы региона, состоящий из федеральных и краевых денежных средств, вырос на треть. В сумме это порядка 13 миллиардов рублей. На эти деньги отремонтировали 578 километров дорог. Это лишь начало масштабного обновления. По словам министра транспорта Александра Дементьева, к концу 2024 года в край должны отремонтировать половину главных маршрутов. А главная задача на следующий год – помочь автоперевозчикам. Мы и с комитетом профильным, и с организациями, которые у нас занимаются перевозками, пытаемся принять какие-то меры, скажем так, малобюджетные, но они в некоторых случаях нам позволяют где-то оптимизировать сеть, где-то пересмотреть маршруты для того, чтобы увеличить населяемость автобусов и тем самым сохранить рентабельность маршрута. По словам Дементьева, нужна программа софинансирования, так как тех средств, которые уже выделяют перевозчикам, недостаточно. Правда, сами перевозчики вообще не видят какой-либо помощи. Я 3 года занимаю вот эту должность с октября 2017 года, и никто за эти 3 года ничего нам не помог ни копейкой. Ни ГЛОНАСС, ни дистоплива, ни шины, никакой помощи не было. Представители перевозчиков говорят, что помощь, если и бывает, то только от самих муниципалитетов за счет средств районной администрации. К слову, в ближайшем к Барнаулу-Первомайском районе большая часть дорог в плохом состоянии. И по мнению депутатов, это одна из причин проблем с автобусными перевозками. Ни для кого не секрет, что перевозчики просто не идут на те маршруты, где дорожное покрытие ниже 4-го класса. И даже если 4-й класс, сложно найти перевозчика. Количество дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в большинстве муниципальных образований не уменьшается, а наоборот их объем растет. То есть дорога, построенная в 70-х, не отвечает современным требованиям. С каждым годом становится хуже, а денег на ремонт в местном бюджете нет. Этот вопрос, считают эксперты, может решить лишь программа софинансирования. Этим займутся уже в следующем году. К слову, в следующем году ведомство планирует отремонтировать 847 километров дорог, что в 1,5 раза больше, чем в уходящем году. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком.